Лазурное море, голубое небо, чистый воздух с запахом жасмина, кофе и бриза. Это Тунис, жемчужина Африки, самая европейская из стран континента. И это тоже он. Колыбель арабской весны, где в 2011-м прогремела вторая жасминовая революция, а в 2015-м с разницей в 3 месяца – два самых страшных теракта в истории государства. Нападение в музее Бордо, расстрел на пляже в Сусе. Главной целью террористов было нанести удар по туристической отрасли, самому важному сектору экономики Туниса. Следующие 2 года здесь прошли под эгидой усиления мер безопасности. 50 журналистов и блогеров со всей России пригласили в эксклюзивный пресс-тур, чтобы показать, в Тунисе все спокойно. Строгих требований и условий не ставят, просят рассказать правду. Так что в ближайшие 20 минут только она. Факты, цифры, мнения и Тунис, каким увидели его мы. Нам решили показать все и сразу. 7 дней, 10 городов, больше 1000 километров. Гася, добрый день. Супер, супер, спасибо, хорошо. Каждая ночь в новом отеле, каждое утро в новом городе. Красивая женщина на троне, бесплатно, совместно. За неделю мы объедем все побережье. Это было супер. Смотрите. Туперни! Знакомство с Тунисом мы начинаем с Джербы. Это крупнейший остров Средиземноморского побережья Африки. Местные жители уверены, что именно его упоминал Гомер в своей «Одиссее». Это якобы здесь команда главного героя познакомилась с лотофагами, они же пожиратели лотоса, и, попробовав на вкус его плоды, забыла, зачем ее отправили. Чтобы продолжить путь и вернуться к своей Пенелопе, Одиссею пришлось искать одурманенных матросов по всему острову и увозить привязанными к корабельным скамьям. Одно из мест, что называется обязательных к посещению на Джербе – синагога Эль-Гриба. Здесь хранится один из старейших в мире свитков Торы. Эль-Гриба с североафриканского арабского переводится как «чужой», но в сознании местного населения это слово никогда никакого негативного оттенка не носило. Когда-то давно в Тунисе была большая еврейская община. В середине 20 века она практически полностью перебралась во Францию и Израиль. А старейшая в мире синагога осталась и стала местом паломничества и главной туристической достопримечательностью. Мы попали в Эль-Грибу как раз на праздник Лагбаомер. Это название обозначает 33-й день после Песаха. Это очень важный день, святой день для каждого еврея. Предание гласит, что в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни учеников Раби Акивы, основоположника систематизации устной Торы. Поэтому в этот день принято веселиться, петь, танцевать и играть свадьбы. В этом году Эль-Грибу в праздник посетили около 3000 паломников, и это несмотря на предостережения, опубликованные накануне силовыми ведомствами Израиля. Сейчас власти Туниса намерены получить для Джербы статус объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом объявляют на пресс-конференции министры культуры и туризма. Тунис и, в частности, остров Джерба представляют синтез различных культур, религий, традиций и обычаев различных национальностей. Джерба исторически была столицей всех конфессий, и включение острова в список всемирного наследия ЮНЕСКО привлечет внимание к его богатому религиозному наследию. В заявке, которую готовит Министерство культуры Туниса, будет освещено богатое культурное и археологическое наследие острова. Джерба имеет важное значение для страны благодаря ее культурной и религиозной самобытности. Это остров толерантности и мультикультур. Здесь находится множество старинных мечетей, церквей и синагог, в том числе знаменитая синагога Эль-Гриба, старейшая на африканском континенте.
Студенты из Туниса и ученые из Франции разработали проект создания на острове музея наследия еврейской истории. А в сентябре здесь откроется французская школа. К слову, в ходе государственный язык арабский, французский здесь учат, начиная со второго класса. И свободно им владеет практически каждый уважающий себя тунисец. По-английски, впрочем, тоже большинство населения вполне прилично изъясняется. А ради российских туристов уже выучили и русский. Ну, по крайней мере, необходимый для торговли набор фраз. Так дела, я посмотрю. Сумка верблюда. Из верблюда? Верблюд, yes. Прямо из верблюда? Верблюд, very good верблюд. Браслет напишет имя по-арабски. Рисунок напишет имя по-арабски, там браслет. И, а там тарелки. Нам торговаться некогда, мы едем дальше, на материк. Добраться с острова до материка, вот он виднеется впереди, можно двумя способами. Через мост на юго-востоке или через паромную переправу на юго-западе. Мы отправляемся по воде. Паромы ходят каждые полчаса, но наслаждаться морскими пейзажами долго не приходится. Всего 10 минут в пути, и наш автобус прибывает в порт города Габес. Впереди еще 170 километров до следующей точки нашего маршрута. Каждый из многочисленных народов и цивилизаций, в разное время населявших эти земли, оставили в Тунисе частичку своей истории и культуры. Эль-Джем, например, это маленький Рим, и здесь даже есть свой собственный Колизей. Музей работает до 5 вечера. Пока мы гуляли по рынку, пока ждали паром, пока переправлялись, потом еще немного постояли в пробке. В общем, у уже закрытых ворот Колизея мы стояли ровно 17:20. И так бы и остались лицезреть античную архитектуру из-за забора. Правило есть правило. Но после долгих переговоров наших сопровождающих из посольства с руководством, амфитеатр все-таки открыли для опоздавших российских журналистов. Амфитеатр в Эль-Джеме был построен древними римлянами в III веке. Третий по значению, первый по сохранности. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его называют Африканским Колизеем. И вряд ли кто-то заметил разницу, когда смотрел фильм «Гладиатор». Его снимали именно здесь. Первые широкие ряды в Римской империи в амфитеатре предназначались для знати. Простые граждане сидели на галерке. Так что я сегодня на VIP-местах. По размерам Африканский Колизей не сильно уступает римскому. Он рассчитан на 30 тысяч человек, тогда как римский на 43 тысячи. И как следует из этого описания, на бой гладиаторы выходили вот отсюда, из этих отверстий. А сегодня свой след в истории стремятся оставить уже туристы. А это местная ривьера Порт-эль-Кантауи, излюбленный курорт европейских миллионеров. Берег шикарных яхт, дорогих магазинов и ресторанов средиземноморской кухни, белоснежных пляжей и полей для гольфа. Ни одного миллионера, впрочем, нами замечено не было. И вообще, очень похоже на фестиваль «Волга-бот-шоу» в Тольятти. Wanna be broke? This is no joke. When you're dealing with the card you're dealt. Эль-Кантауи – рекреационный район Суса, один из главных туристических центров и популярный курорт. На пляжах пока немноголюдно, сезон только начинается. И в Министерстве туризма рассчитывают, что он пройдет успешно и без потрясений. На пляже на территории отеля в городе Сус в июне 2015-го развернулась кровавая бойня, которую после назовут самым крупным и страшным терактом в истории государства. 38 убитых, 40 раненых. Террористы подошли к берегу на катере и начали расстреливать мирно отдыхавших туристов.
Выводы сделаны. Сразу после трагедии парламент Туниса принял новый закон о безопасности. И там, уверяют, система поменялась в корне. Береговую зону охраняют вооруженные полицейские, вертолеты туристической полиции. Пропускные пункты в городе взяты под контроль правоохранителей. Увеличено число патрульных машин. Военные, полицейские и сотрудники Национальной гвардии дежурят на улицах. Особое внимание приковано к туристическим объектам. Все экскурсионные автобусы координируются туристической полицией. Из аэропортов и на дальние расстояния между городами передвижение только в сопровождении машины охраны. Значительно усилен контроль на въезде в отели. Так, на стоянку автомобили допускаются только после осмотра с помощью спецоборудования. Проезд ограничен даже для машин сотрудников. На входе не менее двух секьюрити. К тому же охрана дублируется той же туристической полицией. Как правило, это вооруженные люди в штатском, которые находятся на территории. Войти в отель можно только через рамку металлодетектора. Такие же установлены на входах в музеи, торговые центры, вокзалы и аэропорты. В 2015-м страна потеряла половину турпотока из Европы. В то же время только треть россиян отказались от поездки в Тунис. И связано ли это с терактами – вопрос спорный. По мнению аналитиков индустрии, сыграл роль резко возросший курс доллара по отношению к рублю. Уже в 2016-м, это при том, что Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Туниса, именно эту страну для отдыха выбрали свыше 600 тысяч наших соотечественников. Рост российских туристов уже... С 90-х годов каждый год рост 20%. Постоянно подъем. Но в 2016 году просто бум, просто рекорд. 628 тысяч туристов. Бюджет для безопасности видели почти увеличен 5 раз. И все министерства заинтересованы в вопрос безопасности для любого посетителя Туниса. Для наших соседей, для зарубежных туристов. Уверенно скажу, что Тунис уже безопасная страна. Из Самарской области турпоток и вовсе вырос в 16 раз. Здесь, впрочем, сыграло роль открытие новых авиарейсов на Джербу и в Анфиду. Российский турист, он специфичный, он любит классические рынки, он любит, где море, отдых и так далее. Тунис это дает. Для них мы подготовились, и мы готовимся постоянно, и мы для них все делаем. В плане отдых, безопасности. Одна из самых популярных экскурсий – морская прогулка. Мы отправляемся на самый красивый пляж Туниса. Эль-Хавария – небольшая рыбацкая деревушка на вершине мыса Бон. Живописные гроты на западном берегу и белоснежный песок, и кристально чистая вода на восточном. Из-за своей удаленности от главных туристических центров природа здесь сохранилась практически нетронутой. А еще отсюда всего каких-то 60 километров до Италии. В ясную погоду в легкой дымке даже можно разглядеть ее побережье. А теперь главная достопримечательность Туниса – Карфаген. Когда-то неприступный город на берегу моря, ныне национальный музей в пригороде столицы. Согласно легенде, сюда из Феса бежала царица Дидона после того, как ее брат Пигмалион, царь Тира, убил ее мужа Сихея, чтобы завладеть его богатством. В общем, все сложно было в древнем мире, но суть не в этом. Местное племя разрешило Дидоне купить столько земли, сколько покроет бычья шкура. Царица оказалась умнее, чем могли ожидать аборигены, и разрезала шкуру на узкие ремни, которыми и оградила вполне внушительный участок. Карфаген был основан в 814 году до нашей эры как столица финикийского государства, крупнейшей средиземноморской державы. Потом его захватили римляне, разрушили, а на руинах высыпали 400 повозок с солью, чтобы даже местная земля долгое время была бесплодной. Затем, правда, отстроили город заново. Вообще, поначалу финикийцы и римляне дружили и даже помогали друг другу в боях, но потом не поделили Сицилию. И конфликт интересов вылился в три войны, которые потрясли древний мир. Фразой «Карфаген должен быть разрушен» свои выступления завершал сенатор Рима Катон Старший. Но он тогда имел в виду только одно завоевание – римское. А рушили древний город и после них неоднократно. Вандалы, потом византийцы, потом арабы. Так что то, что сохранилось – только небольшая часть богатого наследия, культуры и истории. Сразу нескольких цивилизаций. А это то самое место с открыток и туристических буклетов. Только на самом деле никакой это не Карфаген, а древнеримская баня.
Знаменитые термы находятся на территории археологического парка, но никакого отношения ко временам правления финикийцев карфагенян не имеют. Построили их римляне. Это настоящее чудо инженерной мысли. Архитекторы разработали систему центрального отопления с подогревом пола и стен. Термы сохранились гораздо лучше, чем сам древний город. Поэтому именно этот вид стал своеобразным туристическим брендом. Сегодня Карфаген включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда приезжают миллионы туристов со всего мира, а на территории тем временем третье столетие продолжаются раскопки. Руины древнего Карфагена занимают огромную площадь, и обойти за день все просто нереально. Зато маленький, сказочный, будто нарисованный Сиди Бусаид, который расположен всего в 10 минутах езды от Туниса, обойти вдоль и поперек можно всего за пару часов. Уже 100 лет тут строят исключительно в анталузском стиле и бело-синей цветовой гамме. Это придумал один французский барон, который купил здесь виллу в начале 20 века, чтобы сохранить архитектуру и самобытность городка. Жителям идея понравилась. С тех пор что-либо менять во внешнем облике зданий или строить новые, непохожие, запрещено законодательно. При этом, казалось бы, единообразие в Сиди Бусаиде не найти двух одинаковых дверей. Живописный уголок всегда привлекал художников, писателей, музыкантов и философов. По этим узким улочкам когда-то гуляли Пауль Клее, Август Маке, Мишель Фуко. А еще Сиди Бусаид – большой рынок, шумный, но при этом уютный и гостеприимный, где на каждом углу торгуют, едят, и могут вот так просто подойти на улице и сделать мехенди. Таня. Принято считать, что это индийская традиция, но на самом деле такими росписями свое тело украшали еще модницы Древнего Египта. А еще мехенди приносит счастье и защищает от неудач. Nice. Very nice. Мы едем в самую северную точку страны, Бизерту. И это уже совсем другая история о революционной России и женщине, которая смогла сохранить в Тунисе часть безвозвратно ушедшей эпохи. В конце 1920 года в порту Бизерты пришвартовались корабли русской эскадры. Тактическое соединение состояло из судов российского императорского флота, командование экипажа которых отказались служить большевикам. Помимо матросов и офицеров на борту находилось около 5400 беженцев. Совет министров Франции согласился принять их на территории своей колонии. Анастасия Ширинская в девичестве Манштейн, пожалуй, самая известная русская в Тунисе. Ее жизнь революция расколола на до и после. В Бизерту она попала в возрасте 8 лет на одном из таких кораблей, которым командовал ее отец Александр Манштейн. Окончила среднюю школу, колледж, продолжила образование в Германии. А после вернулась в Бизерту, где и прожила до глубокой старости. Давала частные уроки и все эти годы на свои скромные средства и пожертвования других русских эмигрантов восстанавливала православный храм и ухаживала за могилами соотечественников. Анастасия Александровна для России сослужила такую огромную службу. Она была ее памятью. Вот она, память нашей русской императорской эскадре. Память о 6000 людей, которые пришли сюда. Память о тех, кто остались в этой африканской земле. И которые практически не знали, что Россия придет к ним. В 2006-м, еще при жизни Анастасии Ширинской, ее именем в Бизерте назвали площадь, на которой расположен православный храм святого Александра Невского. А в 2009-м открылся музей. Анастасия Ширинская 70 лет прожила с нансеновским паспортом. Такой документ выдавали беженцам. И категорически отказывалась получать советское гражданство. Она так и не поняла и не приняла новый политический строй. Вот что она писала об этом в своих мемуарах. «Я ждала русского гражданства, советское не хотела. Потом ждала, когда паспорт будет с двуглавым орлом. Посольство предлагало с гербом интернационала. Я дождалась с орлом. Такая я, упрямая старуха». Паспорт Российской Федерации Анастасия Ширинская получила в 1997 году. Так Анастасия Ширинская родилась и умерла гражданкой России.
Картинка за окном сменяется совсем не африканскими пейзажами. Зеленые холмы, луга, поля с колосьями ржи, оливковые рощи, кедровые леса и реликтовые сосны. Это запад Туниса, Табарка. Находится на границе с Алжиром. На 300 километров вдоль всего побережья протянулся самый крупный во всем Средиземном море коралловый риф. Ему здесь даже посвятили коралловый фестиваль подводной фотографии. И каждое лето с 1995 года здесь проходит международный фестиваль джаза. И это чуть ли не единственный курорт страны, где только россиян и не хватает. В основном тут отдыхают местные жители, их ближайшие соседи, а еще французы и итальянцы. Наши соотечественники этот город для себя пока не открыли. Тут всего 4 отеля, в этом мы вовсе первые русские. Табарка славится своей природой и является, пожалуй, самым красивым туристическим городом Туниса. Сюда приезжают охотиться, заниматься дайвингом, гольфом, экологический, оздоровительный туризм, талассотерапия, термальные воды и классический отдых на море. Правда, Табарка пока неизвестна на российском рынке, но мы над этим работаем. Единственный минус, особенно для ленивого туриста, в Табарке нет аэропорта. Ближайший в монастыре в 240 километрах. А это уже остров Табарка. Он находится в 334 метрах от побережья и соединен с материком дамбой. Длина острова всего 600 метров, ширина 400. Но зато на этом маленьком клочке земли отлично сохранилась главная достопримечательность Табарки – крепость, построенная в 16 веке. Ее возвели генуэзцы. Они обменяли город на захваченный ими пиратский корабль. Сейчас большая часть крепости принадлежит тунисской армии, но и туристам кое-что оставили. Недалеко от Табарки находятся руины древнего города. Дуга расположена на вершине холма на высоте 571 метра. Добраться сюда можно в составе экскурсионной группы или самостоятельно на такси из любого из прибрежных городов или арендованном авто. Поездку лучше планировать одним днем, потому что отелей и вообще каких-либо признаков цивилизации поблизости нет. Первоначально Дуга была берберским поселением во втором веке до нашей эры, стала нумидийской столицей. В конце столетия сюда пришли римляне, и вот это построили. После Дуга перешла в византийское правление, ну а затем была захвачена вандалами. В общем, чего только не пережила. И ведь неплохо сохранилась для своих лет, ведь умели же раньше строить. Даже не на века, а на тысячелетия. Театр, кстати, до сих пор действующий. Здесь каждое лето проходит фестиваль Дуги. Капитолий, руины храмов Юпитера, Юнона и Минервы. А здесь уже обитали другие жрицы. Трифолиум, он же публичный дом. 7 дней – это, конечно, очень мало, чтобы увидеть весь Тунис. Но вполне достаточно, чтобы понять, есть повод вернуться сюда снова. Восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, еще 12 на это звание претендуют. Арабское гостеприимство и европейские стандарты. Тонкая грань или золотая середина между Востоком и Западом. В Тунисе рассчитывают вернуть позиции на международном туристическом рынке. И более того, их укрепить. Так, в 2017-м ждут на отдых не менее 6,5 миллионов иностранцев. И это только предварительные прогнозы.